ребят, всем привет. На том же месте, в тот же час, как говорится. Сейчас жду Андрея с женой. И мы поедем в сторону Ростова. Хутор Белый. Мы там уже были зимой, когда был снег. Как говорится, отдохнем морально и физически. Ну, может, физически, конечно, не так отдохнем. С собой взял прибор, металлоискатель. Сегодня воскресенье, завтра понедельник. Если погода позволит, пойдем поищем монетки. Что-нибудь вкусное, интересное приготовим на костре. Ну, а во вторник я уеду обратно домой. Ехать где-то около 180 километров от Краснодара. Ребята, 28 ноября. Температура воздуха плюс 16, мать его, градусов. Ну что ты, актер 10-бальный? Я готов. Что, соплю вытирал, неудачник? Это свечка капнула. А-а-а. Всем привет. Ребят, 2,5 часа пути. Один пункт оплаты за платную дорогу. И мы въезжаем в Хутор Белый. Вот он, Хутор Белый. Не успели доехать еще до двора. Уже 2 снаряда по 1,5. Как пиво называется, Андрюх? Как раньше. Как раньше, да? Да, Ставропольский край делает. Ну, ничего такое, да. Ну, я так понимаю, вот это мое будет спальное место. Как все бабушки у всех делают. Четвертую подушку. Подушка. Не успели приехать, а тут уже накрывают на стол. Почетным гостям. Ну и Славику тоже. А вот еще закрома родины. Опа, первый пошел. Или он же и последний. Смотрите. Можно огурчики брать? Да. Смотрите, сколько банок. Охренеть. Тут 3 года можно, мне кажется, жить, не вылазя с этого подвала. Всем доброе утро. Ночь прошла хорошо. Вроде выспался. Мы уже позавтракали. Заводим машину, прогреваем и едем. Вот этот звук, ребят, говорят, это у меня сухой стартер. Или стартер. Короче, сейчас поедем копать монеты. Ну, правда, дождя нет. Но сыро. Ну, что делать, кому сейчас легко. Вот это вот мы едем по второй улице. То есть всего две, можно сказать, две улицы здесь в хуторе. Вот вторая улица из 3. Асфальт закончился. Едем, поля перепаханные, незасеянные. Красота. Красотища. Но грязнище. Будет грязно, конечно. Но ничего, мы в сапогах. Андрюш. Да. Короче, ребята, дорога пипец. Все колеса в грязи. Машину кидает со стороны в сторону. Чуть-чуть. Я уже побоялся ехать, если что. Потому что там... Да, по такой дороге, по крайней мере. Вот этот красный забор. Мы подъехали, там женщина стояла. Типа, вы кто такие? Охотники? Мы нет. Металлоискатели? Ну да. Ну это самое. Там ходить можно, там нельзя, говорит. Тут, то есть, тут уже много приезжают. Смотрите, вон кирпичи видно уже в поле. То есть очень много кирпичей. Соответственно, здесь распаханное поле. И про него, видимо, уже наши комрады знают, что она говорит, приезжают постоянно, ямы не закапывают, и поэтому она из-за этого только она и нам и не разрешила по ее полю ходить. Вот, я говорю, мы яму закапываем. Не, я знаю вас, не надо. Вот ходите где-то. А где ходить? Она сказала. По этой стороне. В смысле по этой? А по какой? Вот по этой можно везде ходить. А где пастбище было? Вот это пастбище, вот это выпас. Вот здесь уже, вот здесь тоже стояли. Вот там, за вот этими синими, за газом, да, вот там? Да, газом вот это стояли хаты. Но и здесь, судя по тому, что распаханы кирпичи в выпасах, здесь, соответственно, тоже стояли хаты. Ага. Ну, ясно. Блядь. Это Соня Азарова, очевидно. Но она вообще про ту сторону делала. Вот там вот тоже проскочили. Ну, короче, сейчас постараемся что-нибудь найти для вас и для нас. Ребят, ну монет пока нет, но вот керамику нашли. Смотрите, какая красивая. С рисунком зелененьким. Класс. Ну, это уже признак. Ну, тут и кирпичей много всяких. Пока самая дорогая находка, это вот вилка. Сейчас выкроем, вот узнаем. А ну, там клеймо есть, да? Что написано? Хоть что-то. Монет пока нет, вообще жесть.
Итальян. Чего? Прикинь, блядь. Да ладно. Ну, я слепой еще. Ну не по-русски. А ну. А. Давай дома заберем, бы это дома почистим, потом если что интересное покажем. Ну, выглядит хорошо. Но это уже хороший хоть признак, хоть вилка. Ребят, еще одна алюминиевая вилка. Написано цена. 10 копеек. Не знаю, сомневаюсь, что там что-то по иностранному написано в той вилке. Но эту брать мы точно не будем. Это обычная алюминиевая советская вилка. Ну, советская, да, цена 10 копеек. А то мы потом посмотрим. Короче, ребята, отошли, ушли мы с поля, пришли там, где нам запрещали вот здесь копать, но мы здесь и не копаем, вот здесь вокруг деревьев, тут могли отдыхать. Тут могли отдыхать эти самые под деревьями пастухи. Ну, короче, монета, ребят, но мы еще не смотрели, какая. Сюда бросил какой-то. Первым делом нужно... Я бросил, блин. Ой, что-то не пикай, да, ну, найди. Сейчас. На камеру. Как вам нравится. А вот она, вот она, вот она. Руки-то. Нет, это. Блять, ходячка, прикиньте. Ну, давай, уже находка, да. Чё? Ходячка, рубль. Ну класс, что за пиво мы там должны в пивнике быть. Ладно, ну хоть что-то, чем ничего. Идем дальше. Сейчас найдем. Я говорю, первым делом надо под деревом копать. Вот видите. Другим деревом еще одна монета. Это соседнее дерево, 3 километра. Так. Да, блядь, опять ходячка, 50 копеек, сука. Бля, ну как раз я собираюсь. Позвони еще. 50 копеек. Ладно, монета есть, уже радует. А там сейчас что-нибудь даст. О, тут еще, походу, есть что-то. Ищите, коллега. Рассыпуха, как говорится. Блять, у меня ж дернуло. Чего? Сердце. Это такой кайф, ребят. Это такой адреналин. Ну, блядь, нет. Вот тут возьми вот эту кучу. Может, покопать надо? Чуть-чуть. Ну, раз тут ходячка, тут, наверное, если монета, тоже будет ходячка, скорее всего, хотя. Это древний стан. Стан древнего пастуха. Ну. Блять. Нет, это теперь уже. Это говнище. Ну ничего, монеты пошли. Хотелось бы, конечно, чуть-чуть постарее, чтобы они были. Вот какое большое дерево. Пошли сразу туда, к тому большому дереву. Еще одна монета под этим большим деревом, как я сказал. Опять ходячка. Ну, ее не видно, она сам. Но мне кажется, что, я не знаю. Старье. Да? Да. Сейчас почистим, покажем. А, стоп. Что-то уже проглядывается. 3 копейки. Да, я попишу. 67-й. Ну, это уже радует, это уже чуть-чуть старше монета. 67-й год. Только 1967, 3 копейки. Только до нашей. Я саму старую. Да, он видно, я думаю. 3,67. Пойдет. Чик-чик-чик-чик-чик, ребята, еще раз. Еще. Да, блядь, это не та же. Это с того же. Тоже дерево, тоже дерево. Нет, я имею в виду еще один рубль ходячка, но это не тот. Еще один наш. Ой, блядь. Еще один сигнал, мы даже не знаем, что это. Сейчас вместе с вами посмотрим. Глубоко. Глубоко. Сука. Пробка от водки. А, ребятки, еще одна. 20. Опять из той серии начала. Как у тебя 20 рублей, это, наверное, это ельцинские. 92-й год. В этот момент даже змея не кусает. Тут и название. Ну, приятная находка в любом случае. Ребятки, вот монета. Ну, либо это ходячка, либо серебро. Нет, это 2 рубля ходячка. Сука. Блять, а так. Дернулась аж пиздец. Прям недавно потерял, видишь, она еще не испортила. Вот какой.
Считай год какой. Слава. Че? А, еще, да? Сюда смотри, блядь. Ну, и это рубль. Молодец. Но я бы все равно прозвонил бы. Слушай, ну на пиво уже мы насобирали, да? Блядь, самое дешевое. Ой, блядь. Что-нибудь будет, царьки будут серебряные? Я тебе говорил, я... А ну там еще, по-моему, есть. Посмотри. А вон, я вижу, стоп. Ну ладно. Еще рубль. Ну точно. Видишь, он как черным играет? Да. Говно, потому что. Мы только что загоняли, что кто-то сидел пьяный на этом пеньке, смотрел вот это пастбище. Сидел на пастбище, просто пьяный упал. Вот же, блядь. Слушай, мне кажется, это подстава. Ты подставил. Это называется рассыпуха. Что я подставил? 10 лет назад ты сошел сюда монеты? Да, да, да. И привел меня. Ребят, монета вылетела прямо вот на катушку. Ну, опять, скорее всего, без понт. Ну да, 50 копеек. Ходячка, ты сука. Сколько же можно-то? Ну ты же, видишь, платный проезд по трассе. Жалко денег. Вот тебе будет тебе. Может, еще есть? Вполне может так и монета звучать, современная. Кольцо Чё? На руке так звучит. Современное? Современное. Да, о, ладно. 2 рубля. Тут, ну, я тебе говорю, двиндель. Видите, как черный звучит. Серебряный двиндель. Недавно потерянный. Нормально. Бензин отбим. Да. Отобьем. Еще одна рассыпуха получается. И здесь еще. И здесь еще, походу, тоже будет монета. Что это? Копеек. Твою красоты. Да их нормально. Их уже никто не принимает. Сколько проверка. Походу опять в прямом эфире, ребят. Не глубоко, хотя. Да вот в этом комке, что ж, непонятного, что ли? Я растягиваю, ты сам сказал. Удовольствие? У меня камера сейчас сядет, ты дорастягиваешься. Камера что, блядь, работает? Что ты будешь делать? Сука. А, облом. Такое где тоже было. Гвоздик? Все, ребята, больше мы ничего не нашли. Даже не знаю, что сказать. Дождь нас выгнал, Сейчас вот уже капает дождь на нас, поэтому нам еще отсюда выезжать по грязной дороге. Никакая тетя на сраной метлой не била. Да. Короче, все, сейчас едем, у меня сейчас камера сядет, надо заряжаю камеру и сейчас будем что-то готовить. Напомни, что ты хочешь приготовить? Бограч. Бограч. Гуляш бограч. А водки 0,5 нам хватит? Я думаю, нормально завтра. Да. Ну вот он, мангал, на котором мы сейчас будем готовить. Мы готовы к готовке. Ну что, главный повар этого канала. Его по ногам бьет эта скаба, надо же ей снимать. Меньше надо, бегает. Чтобы один ошейник оставлять. Ладно, ладно. Рассказывай, что? Сейчас мы обжарим мясо, сейчас разведем костер. Это у нас свинина? Это она. Сейчас все покажем. Давай. Не спешите. Раков мы себе позволить не можем, тем более лобстеров. Приходится есть чипсы со вкусом лобстеров. Не взорвется, блядь? Я подальше лучше отойду. Добрая женщина, дай бог. Да, пошел прятать. Так, а мне что взять? Шел второй час растопки дров. Что-то как-то ты опасно положил баллон, не взорвется ли он? Пока ты разожжешь, по-моему, уже мясо сейчас пожарится заодно. Так опасно, да? Ну да. Есть у меня такое предположение. Кавказская специя, приправа для гуляша и подливок. Состав. Паприка, кориандр, чили, хмели-сумели. Кардия острая, 5. Кардия не, какая вежняя, 6. Перец черный, молотый, паприка красная, хлопья, лук корей, морковь, укроп, кунжут, свежий, чеснок, соль. Мешает он, мешает, смотрите, 4 куска вывалил. Поймал бы, блин, а ты же рядом стоял. Поймал. Я тебя такого не ожидал. Зато матрос, походу, ожидал. Ребята, узнаете, кто смотрел видео, как мы раков варили? Те самые сырые. А не желаете ли трахнуть? Нет, нет, слайд, выпивай. Вот ты долбоёб. Давай, дуба-два.
А не желаете ли трахнуть? Нет, нет, ставить не хочу, спасибо. А водки? А, да, да. Смотрите, ребята, сколько воды в мясе. Вообще пипец. Оно варится реально в своем собственном соку. Даже язык не поворачивается сказать. Просто варится. Да ты эстет. Шел второй час. Махание над костром. Мясо не жарится, но значительно уменьшилось в размерах. Кстати, да, очень сильно. Вся вода вышла. Как тут романтично, ребят, в деревне. И гуси, и куры, и коты, и собаки. Вон гуси у нас, два веселых друга ходят. Что тут у нас подготовлено? Лук, морковка и чеснок. Ой, как грамотно он делает, как он чесночок грамотно вот это вот сжимает. А теперь раз, два, три, четыре, пять. Чик-чик-чик-чик. Крупно, все по-мужски, по-взрослому. Ребят, мне доверили самое главное. Не мешал. Чтоб не мешал, да, говорит, помешай. Что тут у нас? Морковочка пошла кубиками. Интересно, как у нас пойдет лук? Полукольцами? Да. Овощ пошел. Лук, морковка, чесночок. И специя тут же? Нет. А все, больше ничего не будет? Лучше болгарский перчик, лук попробуй. Понятно. Картошки, короче, сегодня мы не поедим с тобой, да? Это что за звук? Это там Надя на тебя ругается? Не хочет клёцки готовить? О, видите, поджаривается, да, у нас. А можно уже попробовать? Как ты думаешь, готово? Нет, конечно. Почему? Сырое мясо. Горячее сырым не бывает. Знаешь такую поговорку? Ну, если так, то да. Ребят, ну вот такой у нас болгарский перец. Он домашний, видите, он немножечко такой. Не сильно красивый, но зато, наверное, полезный и вкусный. Ну, сильно домашний. Очень, да, очень сильно домашний. Ну, мы всю дрянь повырезаем, положим его в баграч, поэтому вынимал. Или как, наоборот. Мы всю дрянь повырезаем, выкинем, а хорошая баграч. Да. Не был ни разу в Венгрии, но хоть баграч, надеюсь, попробую. Настоящий венгерский. Сейчас воды холодной добавлю, вообще все. А, то есть оно еще тушиться будет, да? Ну вот, я тебе даю бутылочку, добавляй. Холодненькое. Вода кипяченая. Давай, давай. Там уже маленькая есть. А что ты без этого, без камеры добавил туда специи? Нет, воды добавил туда, без камеры. Была немножко. Еще чуть-чуть. Достаточно. Одной таблетки. Ребят, у нас тут студия уже оборудована под съемки. Света мало, не хватает. И дождь пошел, как назло. Бляха-муха. С таким оборудованием, с таким светом, нам нужно с тобой... Да, с таким оборудованием, с таким светом, нам можно с тобой... Студия прибраться надо. Да. Футблок снимать. Смотрите, как мы придумали. Стульчик под навесом, все хорошо. Свет есть, огонь есть. Водка есть. Но мы придумали из кухни принести сюда. Ну вот, уже хорошо. По методу Шилова. По методу Илона Давыдовой. А можно болгарским перчиком я закушу? Да. Хорошо. Ребят, самый важный процесс – это солить. Да. Но я прям, блядь, чуть-чуть. Ты прям боишься, что ты влюбился, да? Не пересолить? Вот так, все, достаточно. Если что, потом в тарелку. Да. А то, как тут говорят у нас на Кубани, недосол на столе, пересол на голове. Расшифруйте по-русски. Пизды дадут. А, да? На голову миску одену. А, понятно. Сейчас уже вода выпаривается. Ну что, проверим кусочек, раз уж мы открыли. Давай, напополам. Причем там специй нет еще пока. Мясо, да, как мясо, да, обычно. Оно еще не просолилось. Ну, конечно. С ножа не ешь, злой будешь. Как собака. А что ты мой кусок пытаешься съесть? Мясо как мясо, да. Я не знаю, как получится у нас гуляш-баграч венгерский. Но если мы пиво сюда добавим, точно получится у нас бигульме. Что ты делаешь? Это томаты в собственном соку. Сосу. Сейчас выливаем сачок, а помидорчики нам надо порубать. Ну, хочешь пожамкой? Нет, подожди, пожамкой. Ты точно правильно по рецепту делаешь? Что-то ты уже такое намешал там, блядь, страшное. Славик.
Страшно было с тобой ездить на машине учиться. Да, это с тобой. Вот тут ничего не видно, просто света снимаю. Ну ладно. Если вы видите это видео, значит мы не отравились. Какие венгры извращенцы, что такие рецепты придумывают. Приправа для гуляша и подливов. Ну я думаю так, не жалею. Ты сказал, пол пачки высыпешь, да? Пол пачки. Что, ты хочешь пол пачки себе забрать? Слушай, нет, а что-то это уже не булькотить, ничего. Я думаю, что томаты добавлены, они же холодные. Они же вскипятили. Ой, смотри, я погустой. Ой, что-то такое бюгельме мне напоминает, по-моему. Ты нормальную еду не ел. Что-то там считается в Макдональдс. Так, Славик, подержи, надо. Спасибо. Что это? Мыли сунели. Да, конечно, по-моему, были сунели эти в этом, нет? Лучше рассуждать. Да. Я пробую на вкус. У меня баланс. Ты ж пробуешь экспериментировать, походу, не на вкус. Ребята, кто смотрит, знает рецепт гуляша, сбросьте его в комментарии, а? Сбросьте его со скалы. А это что? Черный перец. Да это там же все было. Опять рассуждаешь. Да, чтоб жопа горела потом на утро. Жопа на утро у тебя горит не от этого. Меньше надо. Бигельме. Чистой воды. Мировая кухня. Сам, походу, придумал сегодня. И название, и страну производителя. Наконец-то пошел болгарский перец. Все, что от него осталось. Хотя готовим венгерское блюдо, но идет болгарский перец, а не венгерский. Ага. Мы сейчас маленько добавим еще сюда муки. Там, кстати, мука. Виднеется мука на тесте. Мука и тесто. Яйца. Яйца тоже виднеются. Вон, смотри, видишь, мука. Блять, виднеется. Да. Простите. Будем из этого клёцки сделать. Сейчас мы маленький еще сюда вмешаем. Ну, это уже последний штрих, я так понимаю, да? Заключительный. Это и зелень еще, да. А, ну я да. Пошел муки вобью. Что, уже? Да, уже формируем клёцки такие. Ну, тоже очень грубо. Ну, ты грубиян прям. Хамло, да, чистой воды. Ребята, ну что, укроп и петрушка. Помыли мы все, как полагается. Ножки убрали. И кинза там? Да. Укроп, петрушка, кинза, да? Ну, вся зелень доступна, да. Ага. Ну, как по мне, зелень всегда украшает. Мужчину? Блюдо. Что творят эти канадцы? Так. То есть, я думаю, что до конца готовки блюда минут 5 осталось, правильно? Да, последние штрихи. Ну, видно, такой наваристый бульон. Да, это такой супчик на жаре. Супчик дня. Оператор у меня напился сегодня, ребята, извините, конечно. Я надеюсь, на монтаже это не отразится. Я надеюсь, на операторе это не отразится. Не уволишь меня с моего канала? С твоего нет. А у тебя твоего пока нет. Поэтому этот оператор может делать все, что хочешь. У меня есть наша работа. Мы не смешиваем. Да. Мы у меня так, это такая работа, что мы уже пьяный приехали, лишь бы работал. В принципе, я думаю. Приехал. Да. Лишь бы работал. Я не запрещаю, как бы, но хочет человек. Не, на работе я не пью. А, да? Конечно. Тогда ты уволен. Ну, зелень чисто для красоты, да? Ну, или вкус она тоже дает какой-то? Что, конечно, она дает аромат. Еще бы там кинза моя любимая. Тоже любишь кинзу? Да, обожаю. Я думал, не любишь, поэтому добавил. Выбирай. Не будет кинзы, не буду есть. Ребята, смотрите, какая тачка, какая лайба. Сейчас я на это чудо техники сажусь и еду еще за 0,5 водкой. Мне самое интересное, машины у нас стоят, мокнут под дождем, а велик у нас в гараже. Ну, это понятно. А что ему стоит под дождем? Просто мы ж пьяные, мы уже... Мы сознательны, мы... Да. С тех пор за руль не садимся пьяные. Ни с каких пор мы не садимся. Не надо наговаривать. Ну что, ребята, не убиться бы, блядь. Еду в магазин за водкой на велосипеде. Ю-ху! Блядь, страшно, что сзади кто-то едет. По дороге с облаками, по дороге с облаками. Ух, блядь, романтика деревенская. Специальные парковочные места тут для велосипедов есть. Сейчас прикол будет, выйду, а велосипеда уже нету. Начинаем дегустацию. Ну, выглядит все аппетитно. Что творят эти бразильцы, хватит? Да? Конечно, наверное. Да. Если что, если я попрошу этой добавки, значит вкусно. Да ничего. Самое вкусное тут клёцки. Попробуй уже клёцки. Да. Ну, скажем так, есть можно. Не отравишься вроде как.
Хлебушек помыкает, я думаю, то, что нужно. Да. Вкусно, да. Куку. Не, вкусно, вкусно. Конечно. Вкусно. Я тебя распробовал, вкусно, молодец. Да хватит на камеру играть. Так есть прям не то, что можно, нужно. Короче, ребята, давай. Всем приятного аппетита, кто сейчас вместе с нами ест. Давай. Очень вкусное блюдо, молодец. Готовьте с нами, готовьте лучше нас. Повторяйте рецепт, пожалуйста, да. Это очень хороший рецепт. Все, за тебя. Бай. Повар. Так, ну что, ребята, всем доброе утро. Пора прощаться. Да, доброе утро. Ну, как бы сейчас утро, да, я уезжаю домой. Пора прощаться. Сейчас еще часа 2,5 пилять до хаты, до дома. Надеюсь, моя ласточка довезет меня. Пока ты не приедешь, мы хотим. Да, хорошо, хорошо. Я еще поеду в обед садиться сегодня. Ну все, что? Всем до свидания. Спасибо за просмотр. Лайк, подписка, комментарий.